Звуковой барьер тоже хотелось бы отдельно отметить, в чем его отличие. Плавающий диапазон звучания, патентованный паттерн звучания, он создает эффект морской болезни, когда человек закладывает уши, через буквально, ну, наступает секунд через 15-20, когда уже совершенно невозможно находиться в помещении, человек хочет его покинуть, возникает такая дезориентация, гул в ушах, легкое подташнивание, которое моментально проходит, когда система выключается.